Вопрос: имеет ли жена право просить деньги у мужа, если сама достаточно зарабатывает? И может ли муж распоряжаться ее зарплатой? Ответ: с именем Аллаха, вся хвала Господу миров, благословение и приветствие Его посланнику Мухаммаду. Жена может требовать обеспечения от мужа, так как это является его обязанностью. Каждый день жена может требовать необходимые обеспечения в виде пропитания, проживания и так далее, независимо от того, богата она или нуждается, при условии, что не сделала ничего, что лишило бы ее обеспечения супруга. Совершеннолетняя умственно полноценная женщина распоряжается своими средствами на свое усмотрение, а муж не имеет права распоряжаться имуществом жены без ее разрешения.